Да. Привет, друзья! Мы на канале в гостях у Алисы и Егора. Еще это мы идем на Черное море в Геленджике. Да, мы в Геленджике. Наконец-то у нас это начался наш отдых. Вчера у нас был дежурный день, мы ничего не снимали, на разведку сходили. Сегодня мы идем, да, покупались тоже, по Геленджику походили, поездили. А сейчас мы идем на пляж, на набережную, короче, покупаемся, позагораем, поснимаем и снимем для вас ролик. Да, это вот наш дом, где мы живем, где мы снимаем квартиру, вот в Геленджике. Вперед. Да, живем в квартира номер 2. Все, вперед. И у них вообще дома похожи как-то на отельные вообще дома. Да, пошлите. Мы вышли на центральную улицу Геленджика. Это улица Луначарского. Она пересекает почти весь Геленджик. А там табарет. Да, и идем в сторону парка. Ну, в сторону набережной, где пляж. Тут вот отели такие. Всякие кругом комнаты отдыха. Вот здесь такие улицы. Дороги очень хорошие. Ни одной ямки нету, ни одной кочки нету. Ребята, смотрите, абрикосы. Абрикосы вот здесь вот растут. Классно. Вот, пожалуйста. Они падают прямо на дорогу, и их люди давят. Вот здесь очень красиво. Очень здорово. Вот здесь вот такие вот гостевые дома, комнаты сдают. Номера написано, стоянка. Вот здесь а тоже. Там пальмы. Пальмы. Движение здесь ограничено 40 километров в час. Но судя по тому, как здесь носятся, 40 километров, конечно, никто не ездит. Вот тут кедры везде. Вот, везде кедры вдоль всей улицы. Ну и идем, в общем, на пляж. Здесь вот проходим, рядом с нами аквапарк, такой бегемот называется. Там. Ну не знаю, может и сюда сходим, но здесь вот в Геленджике есть еще аквапарк. Входит в топ-5 в мире самых крупных их и хороших аквапарков. Мы, наверное, туда сходим. Но может и сюда тоже. В общем, идем дальше. Да, тут вот вывески висят. Сергей Трофимов, Филипп Киркоров, Нюша, Геннадий Ветров, Тимати. Сергей Лазарев, Тимати, Наргиз Закиров, все приезжают. Вот одна, вот один спуск к набережной. Мы хотим вам показать очень красивый. Мы сейчас дальше чуть пройдем и покажем вам красивый. А вот здесь вот тоже можно спуститься. А мы пойдем чуть дальше. Там вот с той стороны, ой, что-то мама там с Алисой остановились, поправляю шапку. А вот там с той стороны горы. И там, кстати, сафари-парк, канатная дорога. Мы тут, да, ездили в прошлом году, но в этом году еще раз ездим и хорошо поснимаем. Да. Вот мы повернули на такую дорожку пешеходную, спуск к морю. Очень красиво, тут все вымощено плиткой. Красота. Фонари тут. Вечером вообще тут все светится, все красиво. Ну и идти, конечно, приятно. Вымощено вот таким вот всякими цветными кирпичами. Вон Егор с Алисой уже не могут дождаться, побежали на море. Ну и мы вслед за Егором и Алисой идем на пляж. Ну вот мы повернули на набережную Геленджика. Это самая длинная в мире пешеходная набережная. 16 километров она длится протяженностью. Мы потом заснимем специальные несколько видео и покажем,
все достопримечательности этой пешеходной набережной. Вот Черное море, это Геленджикская бухта. Мы потом снимем отдельно вид с канатной дороги, когда мы будем, очень хорошо видно. Ну а так вот, в принципе, здесь тоже вот обзор такой. Это вот все Геленджикская бухта. Вон пляжи везде, тут народ купается, галечные здесь пляжи. Камни, конечно, это не очень удобно для ног. Ну, здесь можно специальные тапочки купить и купаться. Ну вот, сейчас мы, наверное, сюда где-нибудь спустимся на пляж и здесь будем купаться. Вот здесь вот. Вот там вот вдалеке вот она тянется, эта пешеходная набережная. Мы сегодня с мамой пробежку сделали. Рано утречком встали и 5 км вот туда пробежали. Туда и обратно. Вот красота какая. Ну все. Что, Егор, спускаемся на пляж, купаемся? Ну давайте вот здесь спускаемся и идем. Вот там торговые палатки стоят везде по всему этому. По всей протяженности набережной. Вот там камни, с них прыгают. Ну, идем, в общем, на пляж и снимаем дальше. Мы идем сюда, зайдем, посмотрим тапочки, чтобы удобно было проходить. Вот как раз, проходить по камушкам. Сейчас мы как раз и посмотрим их. Вот мы подошли еще здесь купить тапочки, которые вот можно на гальке ходить, это чтобы больно ногам не было. Все померили, всем купили. И решили матрас вот еще купить, чтобы поплавать на матрасе. В общем, сейчас мы тут всю экипировку возьмем, чтобы нам было удобно и ходить, и плавать, и идем на пляж. Сейчас нам его надуют насосом, да? А Алисе мы не стали покупать, потому что на Алису нету тапочек маленьких таких здесь. Ну и у Алисы сланцы вот такие хорошенькие. Да? Вольно? Ну а мы сейчас спустимся на пляж. Ты их снимешь и будешь плавать. На матрасике будешь плавать, да? На матрасике будешь плавать? На матрасике, да, Алиса? Ну все, сейчас ждем, когда нам надует. Идем. Вот мы спускаемся на пляж наш. Вот матрас надули, который мы купили. И идем сейчас выбирать место. Мы нашли место. Сейчас мы тут расстелим, приготовим все. И будем плавать, да, Алиса? Его раздевается уже. Вот сколько народу тут уже. Кто загорелый, кто не загорелый, кто давно уже отдыхает, кто нет. Сейчас мы тоже разденемся и будем плавать. Егор с Алисой и с мамой пошли в море. Сейчас маленько поснимаем. Потом я пойду купаться. Водичка отличная. Ой, водичка теплая, как парное молоко. Делает заплыв. И Алиса у нас там плывет в круге. Как раз вот
Красота на море. Сегодня утром ветрище такой стоял. Казалось, что погода испортилась. А мы вышли когда на утреннюю пробежку. Тепло, жара. А сейчас вообще отличный ветерок. Бывает хорошо. Вода отличная. Привет, Алиса. Привет. Еще раз бухту покажу. Так, мы вышли вот уже позагорать. Мама мажет Алису кремом. Тут так загорают, аж лежаки ломаются пополам. Егор у нас там на матрасе загорает. Вышли тут с Алисой, да? Алиса сейчас намазана кремом солнцезащитным и будет лежать загорать. Что Алиса ищет? Маркеры вот в той сумочке, синенькой, да. Давай. Нет, нет, нет.
Так. Алиса с Егором и с папой плавают, да? Как вам нравится? Здорово? Алиса, как тебе нравится на море? То, что надо? Здорово. А тебе, Егор? Тоже нравится? Может быть, да, может быть, нет. Нет, значит, пойдем. Ой, как хорошо, давай вылезем еще. Торпеда. Давай тут еще нравится. А куда двигают люди? Сгорают. Осторожно, Кость. Еще мы, правда, не очень загорели. Это же здорово. Не хотим? Да. Но нам холодно. Что, пойдем загорать? Егор вон что придумал у нас занятие какое. Тапочек снял и обливает себя водой. Я душ принимаю. Душ. Да. Егор с Алисой проголодались, мы пошли купили мороженое, да? И сейчас Егор с Алисой охлаждаются и кушают мороженое. И перекус такой небольшой. Мам, ты тут свое. Хорошо.
И мама кушает у нас мороженое. Сейчас покушаем и дальше пойдем плавать, да? А вон наш матрас. Угу. Какая-то тропа. Алиса, нравится вот тебе купаться? Да. Алиса даже крутится. О, Егор у нас тут вынырнул. С трубкой. Егор тут как акула круги нарезает. Как кто? Как Золушка. Алиса крутится, как Золушка. Маша, помаши ручкой. Егор, акула. Егор, акула. Алиса, пульсир. Там вот камни. С камней люди тоже купаются. Доплывут туда. Прыгают в воду. Что надо это? Здорово. На Черном море отдыхать, да? И в море купаться. Вот это я акула. Егор акула. Спасите, да, куда я могу нырнуть? Сейчас. Егор куда-то нырнул. Видели? Да. Глубоко. И глубоко. Тебя долго ноги были на поверхности. Да. Ты-то нырнула, а ноги твои на поверхности барахтались. Ну что? Ну что, наверное, давайте выходим уже из воды, наплавались. Да подожди, палец вверх. Давайте погреемся уже. Погреемся и пойдем уже домой, отдохнем, а там пойдем дальше по Геленджику гулять или куда-нибудь съездим. Вот, давайте подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора, оставляйте комментарии. Я на датчике цифру 9. А я купался. Пока-пока.